На поездах Кинешма-Москва произойдет замена подвижного состава. Направление обслуживается 6 поездами, которые находятся в общем обороте с составами Москва-Архангельск. На рельсы встанут 90 новых вагонов постройки Тверского вагоностроительного завода. Такие сейчас эксплуатируют в фирменных поездах. Обновление будет постепенным и начнется с осени. Цена билета, что немаловажно, останется прежней. В пятницу вагоны смотрел Станислав Воскресенский. В Рио губернатор отметил, что комфортно должно быть не только пассажирам «Ласточки», а абсолютно всем. Мы сейчас ходили по этим вагонам. Вагоны с установками кондиционирования воздуха, с экологически чистыми туалетными комплексами, с розетками. Более современный вагон.